Привет, друзья! Сейчас я покажу, как вскрыть такой навесной замок и покажу также его уязвимость. Вскрытие будет происходить через закаленную дужку и корпус замка. Берем наши лепесточки. Вставляю один лепесточек с одной стороны. И второй лепесток с другой. Покажу, замок закрыт сразу же. И еще понадобится пассатижи, чтобы лучше захватывать сам лепесток. К примеру. И немного надавливаю на дужку саму. Итак, первую, как видите, первый лепесток я усадил до упора. Теперь перехожу ко второму. Итак, два лепесточка я усадил. И теперь беру за дужку каленую. И просто вытягиваю. Так открывается навесной замок Apex. Почему два лепестка с двух сторон? Потому что здесь имеется два блокирующих элемента. Таких. Один с этой стороны, другой с этой. Сейчас я покажу, кстати, вам. Видите, заблокировался с этой стороны. Итак, после таких действий замок остается цел, невредим. Такие дела, друзья. До скорой встречи.